Телевизионный проект «Пластика Лайф» представляет клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Это «Пластика Лайф». Операция по пересадке волос нашей героини Антонины Фоминой и мама-пластика Ольги Трофимовой прошли вполне успешно. Об этом свидетельствуют и положительные эмоции участниц, и профессиональное мнение докторов. Напомним, что операция Антонины длилась около 3 часов, после чего хирург-трансплантолог Николай Лукачев, дав рекомендации, отпустил ее домой в Южноуральск к родным и близким. Операция прошла без каких-либо отклонений. Антонина была хорошим пациентом, она адекватно все воспринимала, был у нее положительный настрой. И волосы прерываются примерно тоже в течение 5 дней, поэтому на первые 5 дней у пациента достаточно строгие ограничения, можно сказать, нельзя мыть голову, 3-4 дня. Нельзя первые 3 дня заниматься какой-либо физической работой, то есть подъем тяжести, занятия спортом. Первый визит после операции состоялся лишь через 2 недели. И теперь мы можем узнать, как все это время чувствовала себя Антонина. Я как-то немножко так нервничала. Приезжала, врач хороший, мне все объяснил, что там ничего такого страшного-то, в принципе, нет. Единственный дискомфорт у меня был то, что голову нельзя первые там 5 дней мыть, только на 5-й день можно голову мыть. А остальное все то же самое. Чувствую себя уверенно, сейчас можно делать все то, что хочешь с волосами. Уже, там, стричься, там, прически, коротко, не коротко, все что угодно. Сейчас можно хоть стоять уже на голове, уже все равно. Видно вот область пересадки, вот он маленький ежик, они выпадут, стержни волос. Через 2,5 месяца начнут отрастать первые волосы, сначала тонкие, и к полугоду они станут уже как обычные волосы, как вот везде на голове. Пластика Лайф. Операция по увеличению груди, которую перенесла Ольга Трофимова, проходила около 2 часов. В отличие от Антонины, Ольга провела под наблюдением в клинике сутки. Обычно в таких случаях с утра пациента ждет плановый осмотр. Доброе утро. Ну что, как настроение? Замечательно. Все хорошо? Да. Как спалось? Неплохо. Ну, вот видите, что белье здесь специальное. В нем нужно будет ходить 6 недель. Снимать его нельзя. А вот эта резинка сверху, она должна плотно фиксировать. Белье это носится для того, чтобы ткани вокруг протеза правильно сформировались, чтобы не было смещения протеза никуда. Тебе нельзя спорт, нельзя нагрузки какие-то физические. И нужно лежать, чтобы под головой, под спиной было 2-3 подушки. Тебе будет гораздо легче. Со всеми этими рекомендациями Ольга возвращается домой. Ее близкие превратили радостный момент в маленький праздник. Пластика Лайф. Через неделю после операции плановый визит к хирургу, перевязка и обработка швов. Ну, все идет хорошо, швы очень спокойные, заживают все очень быстро. Через 3-4 дня мы пригласим Ольгу для снятия швов. У нее нет никаких ни отеков, ни синяков, поэтому здесь даже физиотерапия не нужна. Все заживает прекрасно сам. Пластика Лайф. И вот Ольга снова в стенах клиники. Сегодня ей предстоит снятие швов. У меня такое впечатление складывается, что операции вообще никакой не было. Я уже присматриваю платье, эмоций много прибавилось. Вот, уверенности. Все обычно боятся снятия швов, но мы сделаем все аккуратно, больно не будет. Отлично все зажило, мы сняли швы. Самая главная рекомендация сейчас – беречься. То есть в течение месяца мы не рекомендуем заниматься спортом, нельзя ходить в баню, нельзя ходить в сауну. Ну, в принципе, уже можно сейчас полноценно выходить на работу, заниматься своими обычными домашними делами. В специальном корсете Ольге предстоит ходить еще около 4 недель. А это значит, что через месяц уже можно будет подобрать белье, о котором она давно мечтала. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Все подробности проекта «Пластика Лайф» узнаете на сайте www.lifenew.me. Lifenew.me. Моя новая жизнь. Ты чего,
Как волосики пожелать? Да ничего уже. Старые выпали, новые растут. Да. Щетинка уже появилась. Хорошо. Как будто уже гуще такие смотрятся. Да.